Грамоты, медали за победы в шахматных турнирах и благодарности родителям за воспитание дочери. Вот так украшен дом Елены и Павла. Елена – предприниматель, Павел – сотрудник пожарной службы. Виолетта с выбором профессии еще не определилась. У нее есть время подумать и выбрать занятие по душе. А пока юную Виолетту занимают логика, аналитика и музыка. Я люблю заниматься шашками и люблю ходить на музыку. Я там играю на фортепиано и хожу на хор. И это не все любимые занятия. У нас есть такой клуб тимуровцев. Мы все убираем, собираем мусор, помогаем, кому нужно. Мне нравится помогать людям, потому что это добро, и мир станет добрее. Виолетта начала играть в шашки в 5 лет. Мама показала. Через год легко обыгрывала взрослых спортсменов. Шашки, шахматы, нарды – семейное хобби во втором поколении. Игральной доске более 25 лет. На ней еще дедушка Виолетта играл. А теперь и маленькая Вета играет. Всегда до победы. Цель у нее – достичь. Конечно, любит выиграть, проиграть – это для нее всегда проблематично. Даже, скажем так, играем мы вечером там, все вместе. И пока как бы не выиграет всех, она не успокоится. И выигрывает. Недавно привезла 2 диплома первой степени в командном и личном зачетах. Участвовала в Армавире на краевых соревнованиях. Привычка побеждать от родителей. Всегда и во всем эта семья в авангарде. Участие ликвидации чрезвычайной ситуации в Крымске. Так как у нас Приморский округ, создан отдел добровольной пожарной охраны на основании МЧС. И этот отдел, как бы скажем так, уже занимает первые места в крае, в России. Были 11 орденов, 6 из них взяли наши ребята. Председатель ТОС, мы занимаемся общественной деятельностью, все это у нас в семейном кругу. Отзывчивая, целеустремленная и добрая. Такой всегда хотела видеть свою дочку Елена. Я всегда хотела, чтобы она была такой, вот, чтобы все как бы ахали от нее. Поэтому я не то, что я специально это делаю, у нее, видимо, это врожденное. Получилось, как всегда в этой семье все получается. Так как же воспитать гения? На этот философский вопрос глава семьи ответил, не задумываясь. У нас был как бы вопрос, чем любит больше заняться, чем вот это. Ну, она начала с шахмат в школе, в 6-м. Мы потом, когда перешли сюда, ее выбрала себе шашки. Мы как бы с детства дали ей спокойствие, чтобы был самостоятельной девочкой. Как бы другие цели, либо я не знаю, как это получается, но для нас как бы определенность в этом. Самостоятельность больше добивается, чем напрягать там, скажем так, делай это, делай то, выбирай это. Нет, у нас как бы немножко по-другому в этом. Доверие, взаимопонимание и безусловная любовь. Уютный мир маленькой семьи рождает большие победы и воспитывает характер сильной личности. Наталья Пухальская, Дмитрий Гладушевский, Антон Чистяков. Анапа регион.